Туве с 21 марта по 11 апреля около 600 участников сдадут ЕГЭ. Этого года досрочно. Все экзамены досрочного периода пройдут только в одном пункте проведения экзамена. На базе школы номер 4 города Кызыла. В целях обеспечения объективности проведения государственной итоговой аттестации привлечены более 40 независимых общественных наблюдателей из числа студентов Тувинского госуниверситета и более 20 общественных онлайн-наблюдателей из числа сотрудников Министерства образования республики. В этом году самыми популярными предметами у участников досрочного периода стали обществознание, русский язык, математика, история, химия, биология и физика.